«Жизнь замечательных людей». ЖЗЛ. Владимир Ильич Ленин очень любил композитора Бетховена. Нет, надо играть в ля-бемоле. В ля-бемоле потом переходим в параллельную тональность и играем все в мажоре. Минор нам ни к чему. А у Бетховена он больше всего любил его аппассионату. Надежда Константиновна, сыграйте мне что-нибудь из Бетховена. Володенька, может быть, нашу любимую, нечеловеческую? Непременно. Yeah.